Mitsubishi Charisma, правое крыло есть. В таком состоянии. Сейчас посмотрим более детально. 13-й год Elantra Motorborn? Нет, 13-й год нету. Так, вот здесь вот нижнюю часть надо сразу посмотреть, а тут нижняя часть, она с ржавчиной. Вот видите, самая нижняя часть вот эта. Раз уж я так уже крыло поднял, давайте сразу арки посмотрим. В каком состоянии арки этого крыла. Вот это тоже вот ржавчина есть. По крылу наблюдается большое количество царапин. Эти крылья у нас друг друга царапают. Они друг с другом лежат, друг друга царапают. Это у нас неизбежно. Так, вот, вот эти вот, видите, царапины. Вот тут-то. Вот в таком состоянии Mitsubishi Charisma.